Вот, вышел из школы. Здесь мы постоянно перебегали. Да, здесь все по-другому. Вот котельная там была. Работал Березина, отец. Да. Вот здесь была баскетбольная площадка. Здесь у нас был последний звонок. Но все по-другому уже. Все деревья так остались. А вот наша. А сейчас у них здесь группа продленного дня, как мне директор сказала. Пойду, попробую, может, войду. В здание, посмотрю. Да. Вон, ворота открыты. Здравствуйте! Да. Можно пройти? Спасибо. Не-не, я уже с директором говорил. Она мне разрешила. Я просто учился здесь раньше. А, ну хорошо. Хотел пройти, посмотреть столовую, как тут все отремонтировали. Проходите там. Хорошо. Вот здесь был туалет у нас, правильно. Здесь был топорник у нас здесь был. Здесь телефон был. Администратор вот в этой комнатке сидел. Здесь телевизор стоял. Сейчас нету. Но вот здесь, видите, у них здесь буфет сделали, а у нас здесь ничего не было. Буфет предлагают, продают что-то. Вот здесь была наша столовая, вот. Столовая, наверное, закрыта. Да, закрыта. Но здесь входа не было, здесь был маленький зал, здесь был большой зал. Столовая. Нет, спасибо. Я просто здесь учился раньше. Вот я сейчас пришел посмотреть просто, как тут все. Ну вы недавно здесь работаете, да? А? Недавно работаете? Да. Что-то все, а? Да все что-то недавно, хоть бы кого. Ну тут, конечно, я учился, еще, может быть, вас и не было. Я в 75-м закончил школу. В 75-м году, это было когда? Да какие учителя? Это, во-первых, сейчас школа уже другая. Раньше была школа интернат номер 3, здесь она была нередко. Да. А сейчас уже, видите, для детей только. А здесь уже сейчас даже продленка. Ну здесь продленка. А здесь у нас же была школа-интернат. Мы здесь в спальне были. Здесь мы. Да. Спальня? Да. Так а почему здесь вход? Здесь же маленький зал, а там большой, по-моему. Да. Это столовая. Да я знаю, здесь маленький зал был. У нас вход был там.
Здесь не было, здесь запасная просто дверь была вот здесь. Да. А там что, входа нет в эту дверь? Да, нет, мы просто уже вставали. А, уже придумали так. А, нет, я просто спрашиваю. То, что это был маленький зал, а то два раза больше. Ну, так оно так и есть, это маленький зал. А почему вход здесь сделан? Нет, там здесь не входит. А, это просто? Это не тоже входит. А, ну это понял. А. Вот, видишь, а там вот повара, мы туда ходили, воровали хлеб. Там хлеборезка сразу, вот налево, да? Вот как была, так она и есть, хлеборезка, да? Там была, ну, там, там где повара готовят. Нет, тут была хлеборезка сразу налево. Ну, не там все. А внизу у них склад был, где продукты выдавали. Мы помогали, таскали продукты, нас кормили. Ну, подкармливали, потому что, когда старшими стали, уже пайка-то мало, там раньше кормили на что-то на 83 копейки, что в день там. Это что первокласснику, что десятикласснику. Вот десятикласснику уже больше хотят, правильно? Здесь у нас телевизор был. Его даже закрывали, один телевизор, его закрывали на... Я считаю, на замок, на замок. Ну нет, нет, я знаю, конечно. Вот три кабинета, вот здесь была то есть как бы дежурная вот первая дверь. Вторая была, сапожник сидел, сапожник был, ну, ремонтировать же надо обувь, не можно ходить там куда-то, все равно как бы детям бесплатно. А третья комната была туалет, а у нас спальня, мы вот здесь были, вот спальня была, что здесь и что здесь? А, здесь, а у нас спальня здесь была, а гардероб у нас, как таковой не было гардероба. Нет, был вот в том здании, на первом этаже, когда заходишь в школу, слева был гардероб. А сейчас я не знаю, как это называется. Да? А... Здесь они просто приходят в столовую, и они вот раздеваются, проходят в столовую. А мы в столовую ходили, не раздеваясь. Что-то снимали. Это я... Сейчас я и вас сниму. Да я учился здесь. Я учился просто здесь. В школе? Когда? В школе-интернате еще. А, так это было... В 75-м году я закончил. А, ну 25 лет. Какой 25? 36 уже. А, знаете? А, 75? Да. А, я была там. Так что так, а вы кем работаете здесь? 20 лет, да, нет, столовой. Знаешь, столовой? А-а-а. У на складе кто? Не вы там работаете? Так я одна, на складе, да? Потому что мы там склады впадали здесь, да? Мы тогда оттуда таскали все время продукты, нас просили. Так вы решили посмотреть, как мы поменялись, да? Да, ну так... Не то, что как поменялись, я не был здесь с 98 года. В 98 году я приехал, но было лето, каникул, никого не было, ничего. И я так... Ну я в Москве живу. Ну а я просто к матери приезжаю, все время приезжаю почему-то в такое время, когда здесь каникулы. А сейчас вот просто приехал и думаю, дай заеду. Вот, знаю, что вроде и дети учатся. Вот. А вы застали еще овощехранилище было? Да. Уже все убрали сейчас, да? Ну я был учиться в 91 году. А как раз когда школу закрыли, да? Закрыли школу, я не закрыла школу. А уже поваров старых никого не застали? Нет, так они не остались. Они все ушли, да? То есть они как с интернатом перешли туда, да? Они... Интернат как переехал туда, куда-то за вот, в сторону Кристалла, да? Ну мне директор рассказывал сейчас, я к ней зашел, она меня даже ко мне пригласила. Дала мне свой сайт, говорит, посмотришь на нашу школу. Да, она у нас молодец. Да, ну такая. Спасибо. Так что вот такие дела. Фу. Ну сейчас, наверное, хоть... Я тогда пришел летом. Полы красили, знаете, летом. То есть... Ремонт. Ремонт, да, хорошо. Деньги, кажется, даются. Вот. Ну там не везде, конечно. А вот там у нас, смотрите, вот... Ну тут, вот отсюда нет, но видно, вот напротив... Напротив входа в эту... Как она называется? В Кочегарке, знаете там Кочегарку? А там вот где сейчас склад, там где плотники сидят, там здесь отсюда дверь была с этой стороны, и жила наша завуч жила там, с своей матерью. Они жили, знаете. А сейчас это переделали, там уже. Я думал, дверь будет с этой стороны, а двери уже нет с этой стороны. А то спортзал. Его при нас еще строили, вот, видите, спортзал. Вот, а здесь уже все, как говорится, поменялось.
Это же для детей, видите, сделаны все эти, чтобы они прыгали, бегали. А здесь продленка, они живут здесь, да, получается, там, в рабочие дни живут там? Нет, а... они... Или когда попросят, тогда живут? Так, родители забирают. А, ну здесь никто не ночует, да? Нет, никто нет. А, так из кровати нет ничего нет? Есть кровати, маленькие детки, но спят много. А-а-а. А вот туда дальше что? У нас там был медпул. Там и есть медпул. Медпул, да? Там у нас был изолятор. Там, когда болеешь, там лежали. Изолятор, а то под медпул. Медпул, да? Да. Так а что на втором и третьих этажах, что там? На втором этаже у нас здесь кружки разные вот так. А на третьем? На третьем там продленка. А, там они как бы отдыхают. Так отучились, детки приходят. Все, до свидания, спасибо. Нет. Продленку там они вот кушают, идут спать, ложатся, потом... А, там есть кровати, да? А, ну там они психишапки, да? Да. А у нас здесь с той стороны и с этой стороны были спальни. Ну что как, у нас было все классы, с первого класса по десятый, всех было по два, кроме девятого и десятого. Девятый и десятый был один класс. Ну, в смысле, один девятый, один десятый. И это получается сколько? 16, 17, 18 классов. И в каждом минимум по 20, по 30 человек. Так это сколько было людей? Представляете? И все как бы жили здесь. Спальни были, вот здесь была спальня. Следующая, вот там следующая дверь там была, вот там что, тоже была спальня, вот рядом дверь. Вот. А здесь еще, здесь было пустое место, а сейчас здесь буфет торгует за деньги, да? Да, а им продают, да? А. Ясно. Ну хорошо, большое спасибо. Сейчас еще чуть пройдусь. Спасибо. Лестница старая, конечно. Вот. Как так и было. Вот здесь вход в столовую. Борщом пахнет. Как было, так и есть. Вот здесь был. А вот здесь раньше была дверь, здесь был кабинет уборщицы. А сейчас как? Сейчас одна дверь, но все там, да? Потому что здесь было раньше отгорожено, и дверь была. Маленький кабинет был уборщицы здесь. А сейчас здесь кабинет начальника, да, это как бы там. Ну, директор столовой как бы, да? Начальник столовой. Ответственное за питание, да? А в подвале что там сейчас? Я не знаю. Не знаете? То, что там раньше были, там была этот костелянша была, нам же одевали нас, ботинки все давали, одежду давали. И там были склады, и душевые там были. Ну вот под лестницей спускаешься вот сюда. Ну значит там тоже что-то сейчас там есть. Выбор не знаете, да? Ну ничего, хорошо, спасибо. А вы здесь как дежурки, да? Ну да. А, вот, правильно. Пойду посмотрю, может. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Вас тут не обижают? Нет? А я вот снимаю. Что? Просто снимаю. Здравствуйте, да? Это учится, да? Нет. Это четвертый класс, да, наверное? Это самая старшая, да? А потом куда уже идут учиться? Уже куда там? Ну это местные, да, вот, которые здесь живут? Это да? Вот которые здесь живут, они ходят. Угу. Ну это мне сказала вот директор, чтобы разгрузить вот соседние школы, четвертую там, ну можно. Ну там большие дети. А, ну наверное потом они туда пойдут. Это четвертого класса. А, ну понятно. А здесь до четвертого. А, ну значит потом они пойдут в четвертую, наверное, школу. Ясно. Эх, хорошо. Ну, батареи еще помнят меня, я думаю. Вот батареи стали. Лестница, я там смотрю. Ну, здесь двери новые, конечно, все это я вижу. И все, как бы, такой евроремонт, да, такой. Ну, да, видите. Раньше у нас было все
зеленым цветом покрашено. Зеленым, а сверху уже там, ну там, цвет. Ну ладно, проностальгировал, пойду дальше. Все, спасибо. До свидания. Здесь тоже наша спальня была. Сейчас кружки дома детского творчества Новобелевского района. Лестницы наши старые, с ними ничего не произошло, все понятно. Вот здесь у нас был медкабинет, туалет здесь сделали. Вот здесь был медкабинет, а вот здесь у нас был изолятор. Значит, что здесь дефектологический пункт. А вот медпункт, вот здесь у нас был медпункт, вот здесь и остался. А это выход на улицу сделали. Ну, ясно. Так, пойду посмотрю, что там в подвал. Можно спуститься? Наверное, тут не спустишься. А, вот здесь был подвал, но тут уже не видно ничего. Вот здесь был подвал, душевые были, склады одежды, всего нового подавали. Ну, все, выходим. Снял. Еще. Достанем до конца уже. Еще раз. Выйдем на центральную. Да, что-то снимать, бля. Стою посреди баскетбольной площадки, где мы когда-то гоняли в баскетбол. Футбол. Здесь играли в футбол. А здесь был овощехранилище, которое закопались. А здесь у них, соревнования проходят, здесь у них флаги вешают тут. Здесь, по-моему, было. Вот на этом месте было ваше хранилище.
Ну, это даже ничего не знакомо. Не-не. Даже же это. Здесь футбол играли. Ну что, вы решили поснимать уже всю? Да. Не, ну а что же не снять? Вот мне бы еще найти вот здесь университет, его можно найти вообще? Кого? Школа-интернат номер 3. Если бы школа... Да, это у них, наверное... Они, нет, они, это вы сами делали? Конечно, конечно. Сейчас каждое учреждение должно иметь это свои... А они, наверное, до фени это делали, да? Ну, они же уже все ликвидировались, их нету. А-а-а. Уже детей интернатов их нет. Потому что это же были дети, которые родители, в общем-то, неблагонадежные в плане того, что пили, да все, поэтому такие дети были. Ну, я разговаривал с вашим молодым парнем, физкультурником. Нет. А вы знаете, что такое висит-то? Железные вот там. Ага. А вы видите, вы не знаете, что такое? Бортики такие. Вот там между каждыми окнами железки такие. Ну да, вот это что для чего? Это гимнастика или это. Это раньше были, присоединялись и были турники, да. Они открывались так. Да, да, это да. Мы сами их делали. Ну, как вот директор, то есть этот физкультурник у нас был, жил Олег Господович такой, ага. Преподаватель физкультуры. И он это сами рисовали, где-то на заводах вытачивали, притаскивали, мы их укрепляли, представляете? То есть открывается. Семь по этих можно было подтягиваться, а там были эти брусья. С одной стороны да, были брусья. Да, думаю, это да а это же они, видать, сломались они, значит. Это был обыкновенный спортзал, его при нас строили, его только вот запустили, по-моему, в 73-м году. Вот. А вот эти здания, я не знаю, что это за здание. Это уже сараи тут и эти. Тут у нас, я помню, был, кажется, извиняюсь, туалет. Вот, вместо этого здания стоял. Это уже на улице. Да? Ну, у нас был, говорится, алло? Да. Да, 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 Вероничка. Ну, вот здесь подъем флага, я смотрю. Ну, нашего там ничего нету? Или наша есть? Нет, 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 я сейчас звоню Вике. Сегодня, наверное, там будут их как-то забирать. Поэтому я уточню. Вот, побудь на телефоне, я тебе перезвоню. Пока. А сегодня у нас какой-то праздник, смотрю, там на этих, на цимбалах играть будут. Там, да, у нас мероприятие, актовый зал. Я помню, это актовый зал, мы помню, там танцы были, все у нас. А здесь была баскетбольная площадка, не застали? Нет. То есть вы уже пришли, было все развалено. Была деревянная такая, вот на кирпичах и такие половые доски лежали. Но не сгнились годами, конечно, да? Здесь просто уже мы тут линейки проводим. А у нас же здесь были, как говорится, и последний звонок здесь был у нас, все, как говорится. Ну, то есть так, школа узнаваемая? Да, да, полностью узнаваемая, все. Только внутри даже эти лестницы узнаваемые. Ну, а так изменилось, конечно, немножко. Все, все где что было, так все, говорится, и осталось. Ну, как вот, медкабинет, допустим. Там вот, у нас там был изолятор напротив кабинета, а у вас какой-то дистанционный пункт. Я там лежал, заболеешь, там лежишь в изоляторе. А, у нас там сейчас... А, ну, вот видите. Ну, все, большое спасибо. Пожалуйста. До свидания. А раньше мы здесь все время выходили? А, ну пойдем. А раньше здесь был этот. При входе у нас была раздевалка слева, гардероб. Ну, вот вы тоже сейчас ее будем восстанавливать. Будете знали, да? Ага. Двери старые, по-моему, еще какие-то. А, вот еще такие старые. Не знаю, как еще ты. Все, большое спасибо. До свидания. Часы какие? Электронные. А раньше у нас такие были? Самые первые были вот эти вот. Электронные, домашние. Да это я вижу, у нас такие даже в спортивном зале, помню, где-то стояли. Ну что, таких уже нету. Значит, у нас сохранили. Там кнопочки так перебирать надо. Нет. Ага. А у нас раньше... Вот вы актер, да, или так? Да. Вот. А раньше они вот здесь сидели у нас. А здесь было? А что там сейчас? А сейчас хотят опять гардероб делать, наверное. Вот директор говорит, гардероб хотим опять делать. Да, там же сделали. Там же был гардероб в наше время. Я говорю, у нас был гардероб, но мы хотим тоже сделать гардероб. Ну, правильно, там входы это более такое. Ну да, а так зачем? Я посмотрю, ты куда-то ходишь. У вас везде, я смотрю, склады, там склады, там склады. Тут раньше бухгалтерия была, там вот у нас склад был, как вот первый. А тут объяснили, когда склад. Не надо, потому что очень много надо ремонтировать. Ну да. И надо всего.